Так, здорово всем. И поехали, поехали, поехали. Постоянно, правда, вылазит мне Steam, мой любимый. Падла. Как понятно. Надо, блин, дня дождаться, а тут не поспать нормально. Кстати говоря, стоп. А если мы попробуем, скажем, сделать вот так. Нет, вот так вот сделать. Может, здесь мы можем помедитировать хотя бы немного? У нас нет такой возможности. Отдыха тут шур-мур, ля-ля-то-поля. Так, ментальный ученик. Утрата маны, заклинание, стихии. Да, вот это мне надо будет, но мне для начала надо будет. Блин. Изучил. А, все дисциплины открывают. Все, понял. Все. Блин, как хитро это все. Японская блоха. Оборотня. Японская блоха, ни хрена себе. Так, ускорение на 20%. Талант песни ветра. Да, замудрили, это так замудрили, аж капец. Я думаю, просто здесь можно будет поспать как-нибудь. Не вышло. Кровать для отдыха. Где мне здесь, блин, найти кровать? Ладно, я потом еще сюда вернусь. Давай попробуем пробежаться немного. Что, у меня нет какого-нибудь факела вообще? Не. Посох. Лук. Прекрасно. Тук-тук-тук. Так, старое деяние. Доспехи 11. У меня есть доспехи 23 появилось. О, вот это появилось. А чё это я не ношу? Перчаточки. Говно, правда, перчаточки, ну ладно. Так. Блин, факела что, реально нет никакого? Твою ж налево. Так, том заклинаний, милость. Всё. Здесь у меня, конечно, всякого г навалом. Так, я поставил некоторые модификации, это которые увеличивают добычу руды. В общем, короче, такие, они не важные, но добычу руды я, народ, не могу тут по одному кусочку собирать. Меня такие игры, я прошу прощения, но они раздражают. Ну, точнее, не игры, а вот это вот, как сказать правильно, это ТБМ. Удлинение, что ли. Я слышу корень Нирна, но я его не вижу. Полезная хреновина.
поставлю на максимальной сложности, как бы это тоже. Так. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir? Hoo-ha! Findalires, apothecarius by my path. Pleased to meet you. You are at Suncoast, in the south of England. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. Nerim, isn't it? By... There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. Поспать или поспать можно? No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him as if this were the bathing house of Ark. Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, and you'll regret it. Unbelievable. Ты еще дальше спрячься, чтобы я тебя не видел, блин. I present Carbos, as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called... Поселение речной, лады. Here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes... Ah, well, whatever. There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Так, что-то у меня с глазами нету, да? Us? Oh, nothing spectacular, I'm afraid. You should stop by one day if you're in the area. Someone who's yeah, why not? Травы собираешь, да? Maybe I have some things you can use. А, тут торговля, все, что не нужно, я не продам ему. Так, вино уменьшает восстановление запаса сил. Давай-ка я ему что-нибудь тут подскидываю. Ну, том заклинаний. А что? Ну ладно. Так, свиток милости дешевый, нет. Зелья эти тоже не продам. Дешевое. А, нет, я ему все что угодно могу продать. Это хорошо. Это мне нравился Скарим, который был Муравинт. Я не помню сейчас, там, на Обливионе есть возможность там доспехи ремонтировать, там остальная хрена. Там где прочность была. Почему они это убрали, я так до сих пор понять не могу. Что им эта прочность сделала? Вот до Интера мне тянуться неудобно. Так, стрела железная. Ну, хз. Луки длинный лук. В принципе, мне нафиг не нужен. Так, аметист. Да. Сок древнего... Кубок древнего народа. Ну, не знаю, может, переплавить все можно. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Карта-то хоть. Бы. А что у меня с картой, простите? Ой. Кажется, карта тут немножечко... Поломалась. Хотя, может, так и задумано. Да, пофиг. Carbos, do we need the steel tomorrow? Or can I clean all the tools? Please, Finn, I'm playing. Don't bother me. I guess that means no.
By the righteous path, what happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted... Эй, на костер ты мне что толкаешь? Whatever. Thank you. Как тут сесть-то? Что-то там такое было, мне не понравилось. Называем вау-вау. Ну, блин, я поспать тут не могу. Хреново. Ты бандитов, говоришь, боишься? Там музыка играешь ночью. Класс. По голове, видно, ему еще не настучали. Так, а тут сесть вообще есть какая-нибудь клавиша? Я не знаю, управление, давай посмотрим. Взять, убрать. Меню персонажа. Спринт. Краса, бег. Ждать Т. Журнал. А Т, походу, ждать, да? Так, медитация, ну понятно. Фермалист, я тут не вижу, чтобы присесть можно было. Скайюи. А, ну да, кровать нужна. Рык, ты там скоро? Take a seat at the fire. The warmth might help you. Да как я здесь сяду-то тут? Ну это постоянный бег. А, на стул сесть. Фу ты, блин. Here we go. Отдайся, блин, что на стул надо сесть, особенно когда ты практически ничего не видишь. So, let's see. Sheer cup, some water. Ha! Done. I can't make any promises, shit. But... Finn, they're still! Do something, dammit! Do something! Oh, no, no, no. Oh, sod it! Really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, all right. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, and you're paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It's взорвали алхимический инструмент, молодцы. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. What? You mean the still? Bad quality and too much heat, I'd wager. But, eh, whatever will be, will be. Explosion. I'm not sure I follow. Oh, that'd be great, wouldn't it? Finn Dalaris. Died in 8234. Cause of death, explosion. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe
Wait a second. What was that? I could have sworn I saw something moving over there. Oh, shit! What the? Cabos! They've hit me, Finn. Those bastards have hit me. Cabos, I... Do something, dammit! Do... Забавно. Не, ну развитие сюжета здесь, конечно, идет семимильными шагами. Jaspar Matumiel Delverick. Jaspar for short. And you, my friend, are at my very own campsite. Before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecary. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into the thicket. Most of your injuries are only superficial, but your fever, well, that's a different story. Лихорадка, ну погоди. Что ты знаешь о ней? You're suffering from Arcanist's fever. Honestly, I'm surprised the old apothecarius didn't see that. Let me guess, you're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? You're unusually strong, you have reflexes like a cat, and drinking potions or any kind of magically infused substance leaves a bitter afterglow in your head. Well then, congratulations. Your magical talent just blossomed. A bit late, given your age, but it happens. О, спасибо, блин. As a result of your body not being able to cope with it. It's not much of a problem for now, but if you don't let an Arcanist treat you sometime soon, things are going to get grim. Contain it, not cure it. From here on out, you're always going to be a little more sensitive than someone without magical gifts. But that's tolerable compared to what your magic will allow you to do. Ага, понятно. Значит, здесь за магию приходится платить. Вот это вот прикольно сделано. Prone to certain conditions. As I said, your fever will get worse if you drink healing potions. But you'll also be a lot more susceptible to nightmares and those kinds of things. Also, you should be very cautious of areas with magical contamination, such as Thalgard in the east. Так, значит, магию надо будет развивать. Ну ладно, будем. At first, diffuse headaches, general unease. Later on, your eyesight will blur, your limbs will grow weak. Yes, it can kill you. Well, there's ambrosia. But for an uncontained fever, it'll only... Later, you can drink it whenever the fever gets worse. The stuff looks and tastes like undead sweat, and is bloody expensive, but it's the only thing that really helps. You have visions? Are you sure? The Andralian spider plague is known to cause visions in the infected. And if this is what you caught in that old temple, you might as well start digging your grave, because your limbs will start falling off in a few hours if you don't do something about it. Ясно. То есть от этой лихорадки уже второй не вылечится. Relax, friend. That plague doesn't exist. А. I have no idea what kind of visions you're talking about. But your reaction showed me that you're trying to keep something from me. And that's a bad idea if you want my help. You know what? As I said, someone needs to contain your fevers. But in return, I want you to tell me everything. What did you do in that temple? And what's the story with those visions? Can't put my finger on it, but there's something strange about you, and that intrigues me. Well, then, the stage is yours. Я походить-то могу вообще? Ага, сейчас. I see. My condolences for your loss. So, let me summarize. А, это ты ему типа рассказывал. And you also said that your magic didn't develop gradually, as it usually does, but all at once, right? Well, that's... quite the story. I guess you know how absurd it sounds, but for some reason I believe you. All right, it's settled then. I'll introduce you to my employer and ask him to treat you. Before we leave, however, there's something else I need to take care of, and I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can make for Ark. В Арк? Ну, в Арк я и так могу отправиться. Ark? Walls high as towers of...
Понятно. Up to you. But without me accompanying you, the guards won't let you into the... Splendid! You'll need some information before you can help me, though. I take it the fact that Vin has seen better time... Huh? Huh. Well observed. Yes, I am indeed sublime by my path, but... Huh. Well observed. Yeah. Huh. Well... And even though in Enderal there is officially peace, there are peculiar things happening here, too. А, да, я не стал ставить мод, который увеличивает сбор растений. В принципе, это не нужно здесь, так как тут алхимия не прокачивается стандартными способами. Это кому интересно. То есть, вот насчет руды, да, увеличил, но когда народ алхимия прокачивается, там тебе надо 100 тысяч растений, чтобы прокачать алхимию, то да. А так-то тут алхимия не прокачивается. Моды, которые стоят, это делают некоторые предметы. Ну, можете, там я потом, не знаю, линкану вам Nexus страницу, можете сами там посмотреть. Или потом, может, моды напишу, какие есть. Посмотрим. Но это, скорее всего, в обзоре будет, сразу говорю. Моды дисбаланса я здесь не ставил. Они есть, но нафиг. Нафиг, нафиг. Нафиг оно нужно. Что-то бредятина, народ. Игра, вот, мне приходилось ставить... Yeah, the rumors. As I said, maybe. Так. Well, but as much я вообще с тобой разговаривать не хотел. Oh, and the false deity. Seriously, no. I hope прицепился ты языком. Splendid. But we digress. Yeah. It's some kind of mental illness that makes people lose their mind. Just a couple of weeks ago, there was a smith in Ark who butchered his entire family. He was drunk, but that doesn't explain why he screamed things like "Fear the light" while he was doing it. Or a young woman of noble path who set her own house on fire while her family was asleep. Now, you might say that these kinds of things happen, but by now there have been more than a dozen incidents in a very... The fact that the afflicted's eyes glow red while they go rampant has made people call the disease the red madness. Thing is, some weeks... А, так у них было безумие, понятно. His name was Yarrow. A man with more than 60 winners on his... Well, according to the sole survivor, he entered the teaching room that day as usual. But instead of giving his... He gave a strange kind of speech where he kept going on about how mankind is corrupted and that it... And his eyes started glowing, he locked the door and blew himself up in a magical explosion. Yes, it is. I'm not one for vows and us... My specialty is recovering lost things. Treasures, tomes, and the Order hired me to do just that. They want to know how a man like... And thus, if there's something like a pattern to this malady. Hmm. Doesn't matter. Yarrow grew up in a small village not far from here. And according to the Order, he visited it quite often. What I want your help with is finding clues as to why he did... Понятно. Причины, почему случилось это. First of all, I want you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred, a childhood friend of Yarrow's. Ask him what he makes of the incident. Secondly, a farm boy told me that he saw Yarrow throw something into the sea during his last visit there. The winds have been blowing inland the last couple of days, so go search the shoreline and see if it walks. I myself will take a look at the house Yarrow... Ah, and here. This is a map of the region. So, just meet me at the farm when you're done. Ну, карта местности у меня немножечко работает хреново. А, если цель задания отмечена одной или более звездочками, не показывает сложность этих заданий. Также уровень, который вам потребуется для выполнения. Легко, очень легко, 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 средне, тяжело. Все, понял. Ну... Проблема с картой, вот это вот интересно. Так и задумано. Не, ну это Арк, это один город, как бы. Погодь-ка. А. Да ладно, я по карте все равно только в основном перемещался.
быстрым путем, так что здесь разницы какой-то я не увижу. В принципе, мне исследование мира здесь важно. Задание-то постольку поскольку я буду проходить. Так, я с тобой, дядь, могу поторговать, там шурмур, ля-ля тополя. Нет. Поспать я могу? Могу. Рюкзак могу открыть. И все забрать. Ура. Могу я с собой этот рюкзак? Но рюкзак мне не нужен. Это у меня после предыдущей игры немного прет на рюкзаки. Так, ладно, пошли тогда, как он сказал, на берег. Что, вот смотри, какая дальность красивая по рисовке. Блин, сразу арк почему-то вспоминается. Как-нибудь надо мне магию, что ли, посильнее изучить. Пока мне хорошо, пока еще вообще мне кто-то хоть помогает. Кстати, если я попробую тогда двумя руками его хреначить огнем. Мне бы скорость как бы тут себе развить, да? Да, такой камешек на голову свалится, больно будет. Бабочка, иди сюда. О, поймал. Я хотел назад вернуться, вообще-то посмотреть. Не, неплохо хреначит, неплохо. Двумя руками нормально. В принципе, так и будем. Надо быть, правда, предельно аккуратным здесь. Так. F1, F2, F3, F4, F5. А, F5. Значит, по стандарту. Я, народ, уже не помню. Я не знаю, вот... Как бы посмотрю, как обзор этого игры выйдет. Вообще серии буду выпускать или нет. Потом, может, просто начну и Скайрим, и со Скайримом буду выпускать и играть одновременно. Уже как-то просмотров, это мягко сказать, мало по этому видео. Их нету. Прям могу сказать. Обзор-то я сделаю. Ну вот. Стоит ли, конечно, выпускать видео, это вопрос будет еще тот. О, лагеречек нашли. Так, ладно, дядь. Кари пока. Да.
Чувак, ты меня извини, но маг против лучника, мягко сказать, г. Это я давно уже запомнил. Ладно, на этом я закончу. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.